саженцы яблони Антоновки обыкновенной, Malus domestica Антоновка обинованная, пожалуй, являются одними из самых хорошо знакомых садоводам-новичкам. Во взрослом состоянии представляют собой высокие сильные деревья, около 6 метров, с раскидистой кроной. Сорт относится к частично самоплодным. Хорошо развивается в рыхлых, плодородных почвах, увлаженных, но с хорошим дренажем. Плоды снимают в начале осени, хранят до января. На вкус они очень приятные, ароматные, цвет в зрелости, зеленовато-желтый. Средняя масса яблока около 150 грамм, максимальная 300 грамм. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.